Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру «Магические зелья 2». Так, у нас клиентов 6 и работников 3. Давай посмотрим. Так, Лиззи, она у нас занимается рыбой. Мурадин, я не знаю, что делает. А как его взять? Изменить? Я не хочу менять, мне нужно его взять. Подожди-ка, это, наверное, когда мы с вами будем уже приступать к миссии. Смотрите, сколько здесь классных работников еще закрытых у нас. Мы их всех получим рано или поздно. А что за клиенты у нас тут? Айон, Барт, Люсиль, Лин, Нобу, Отелло и Тесса. Кстати, они тоже прокачиваются. У них тоже есть опыт. Вау, ты посмотри, не найдено, не найдено. Тут даже какой-то свин, лев. Слушай, прикольно, даже какие-то орки есть, смотри. Энд. А вот этот чувак мне знаком по первой части. Да-да-да, я помню вот этого вот Ханорика. Устраивать вечеринку я пока не хочу. Мы, пожалуй, с вами приступим. Во-первых, у нас с вами есть 1188 монет, и я хочу что-нибудь купить себе. А что мы тут можем взять? Так, предметы в магазине. Я могу красную ванночку улучшить, насос. Ага, также желтую эссенцию, дракончика. Подожди, а что у нас мебель? Мебель, так, рекомендуется, крыша. А что она даст мне, эта крыша, а? Главное различие между внутри и снаружи. Максимальная комбо 4. Хорошо, я улучшу, так уж и быть. Смотрим дальше, что у нас тут есть. Вывеска. Для людей, которые ждут знаков, когда они думают, где бы поесть. Опять бонус комбо. Так, а прилавок? Достаточно чистый для того, чтобы с него есть. Особенно, если вы следуете правилу 5 секунд. Не знаю, ребята, что я делаю. Короче, комбо увеличил с 2 до 3 секунд. Надеюсь, мне это как-то пригодится. Слушай, я не знаю, давай, наверное, предметы. Мне надо гриль. Или лучше бутылочки. Гриль. Когда вы хотите приготовить еду быстро, лучше его не сыскать. Но у меня не хватает денег. У меня очень мало денег осталось. 378 монет. Я могу вот только лишь насос. С 8 секунд до 6 уменьшить, да? Науке еще предстоит найти лучший способ переливания желтой эссенции в ванночку. Хорошо, пускай будет так. Все, деньги у меня на этом закончились, и я получаю 3-й уровень. 200 монет плюс 5 гемов. Ну, а теперь я, наверное, готов пройти следующий уровень. Ну что же, погнали. Пиквуд ждет. Так, у нас есть какие-то улучшения. Здесь у нас закрыто. Улучшите ваш алтарь призыва. А, для вызова большего количества работников. Улучшение. А где у нас алтарь? Вы помните, где он у нас был? Я не помню. Что он мне пишет все? Рекомендуется, рекомендуется. Нету у меня, мусорка. Работает исправно до тех пор, пока все помнят, что мусор надо выкидывать по средам. Стоимость утилизации, ага, с 5 монет до 3. Ладно. Все. Ну что, теперь, я думаю, пора. Пора нам приступать и играть. У нас, кстати, здесь будет уже 9 клиентов, я так понял правильно, да? Фух, сейчас, ребятушки, нам нужно зарабатывать с вами деньги. Опять же, будем смотреть рекламу за монетки. Ну и прочее, прочее, прочее. Уровень 7. Так. Обслужите столько клиентов, сколько сможете, до того, как выйдет время. И, пожалуйста, не сожги ни одну рыбу кинжал. Да, легко тебе сказать. Не сожги. Так, началось, да? Ладно, давай желтый и синий. Так, рыба готова. Коктейльчик лови, лови. Так, две баночки сразу достанем. Одну рыбку надо нам с вами сделать так, чтобы у нас было две рыбки. Чтобы две рыбки сразу могли с вами готовить. Так, этот хочет фиолетового напитка, и мы ему сделаем. Так, рыбка у нас поджарилась, все, окей. А, ему еще коктейль нужен. А я что-то это дело пропустил. Не досмотрел.
Лови. Так, деньги забираем. Идут, идут. Только успел собрать деньги, как клиентура тут же поперла. Я вижу, вижу. Синий напиток, лови. Так, рыбку тебе. Угу, тут нужен еще и фиолетовый и оранжевый напиток. Так, рыбу давай жарить. Фиолетовый даем. Рыбу надо, ребята. Так, тихо, тихо, тихо. Оранжевый у нас делается из какого? Так, и так. Все, надеюсь, я успел, никто не в обиде. Все, отлично, на рыбку пока поджарим. Клиентура идет. Да, ой, какие жадные. Ты посмотри. И красный-то напиток, и тут нужно. Так, давай мы с тобой сделаем. Зеленый никому, да, не нужен пока. Фиолетовый, давай ну, фиолетовый, так. Нужен красный напиток. Отдаем сюда. Этой отдаем рыбку. Оранжевый, да, значит, нужен. Хорошо, сделаем оранжевый. Отдаем. Деньги забираем. Рыбку отдаем. Что ты загрустила? Я же тебе все вовремя дал. На, иди, иди. Взгрустнула маленечко, да, девчуля? Так, что такое? Пиквудские зелья пройдено на 2 звезды. А что мы с вами не успели сделать? А, видимо, не успели обслужить 13 клиентов. Удвоение монет. Я заработал 212 монет. Ладно, но это только начало, ребята. Сейчас я, как говорится, разыграюсь, и все у нас будет тип-топ. Сколько мы с вами получим денег? 460. Слушай, как мне улучшить? Получить еще 100 монет, да? Обслужить 10 клиентов. Угу. Скоро мы сможем открыть с вами первый сундучок. Я не знаю, что там будет в награде. Так, работники, это все хорошо. Мне нужно улучшить наш вот этот вот алтарь. Вы помните, где он? Если честно, я немножко подзапамятовал. Где у нас с вами он улучшается вообще? Предметы в магазине. Но, по-моему, здесь алтаря у нас нет. У нас полки, у нас стол, у нас корзина. Рыба-кинжал. Это терпение. А рекомендуется, вот, по-моему, вот это вот, да? Место для готовки, да. Две рыбки теперь мы можем с вами делать. И это очень круто, это нам пригодится на самом деле. Желтая эссенция, полка. Все это не то, может быть, это в мебели? Да, ребята, это алтарь. И чтобы нам его улучшить, нужно 18 гемов. А у меня 15. Не хватает совсем немножко. Ладно, будем зарабатывать с вами деньги. И дальше, наверное. А может быть, даже когда сундук с вами откроем, будет все у нас хорошо. Надеюсь, нам выпадут гемы, 3 штучки. Ну и, конечно же, немножко денежек. Ну что же, поехали играть. Пиквудские зелья, уровень 8. Так, девчуля сразу пошла за работу. Так, быстренько-быстренько с вами активируем все. 2 рыбки выкладываем. Используйте синие и желтые зелья для создания зеленого. Понятно, это проще простого. Синие и желтые. Держи. Так, рыбка у нас лежит, готовится. Точнее, уже сготовилась. Так, ему нужно желтые, да? Держи, братуха, и зеленые. Так, синие. Отлично. Ой, кому я даю-то? Так, здесь нужно фиолетовое зелье. Держи. Фиолетовое зелье. Так, ему нужно синее. Слушай, вот эта девчуля совсем, видимо, изголодалась. Ей аж 2 зелья фиолетовых нужно. Ну ладно, лови. Так, 2 баночки. Тебе нужно синее. Лови, братуха. Так, забираем деньги. Выставляем баночки. Так, оранжевое зелье нужно. Hello. Hello. Мадам, держи. Так, это ей нужно что? Блин, баночки закончились. Дадим 2 рыбки и желтое зелье. Все, адьюс. Так, здесь нужно синее. Дадим синее для начала, чтобы не слишком она злилась. Так, и нужно зеленое. Блин, так, рыбу выложим на всякий случай. Так, что-то я начинаю. Я начинаю, друзья мои, припариваться. Недовольная ушла. Я ее понимаю. Держи. Так. Держи. И держи рыбку. Правильно, им все так легко, да? Что я типа как будто, ну знаешь, со скоростью света. Что ты там недовольная стоишь? Кривишься. На! Рыбу тебе.
Держи. Точнее, не рыбу, а сок. Так, нужно зеленый, да? Да-да-да-да-да, загрустила она. Слушай, ей нужен оранжевый. Ну, как все-таки долго, а? Как же все-таки долго, друзья мои. Да, я их прекрасно понимаю. Когда ты приходишь в столовую или в каком-то ресторан, ты хочешь, чтобы блюдо тебе дали как можно быстрее, да? А у нас тут полная запара. И причем посадка далеко не полная. Так, рыбку сюда. Все очень долго готовится. Те же самые стаканчики, да? Очень долго. Так, что, тебе нужен зеленый, да? Держи зеленый. И последний — это желтый сок. На. По-моему, все, да? Или нет? Будут еще клиенты? Нет, успел. 3 звездочки я получил. Отлично. Отлично, друзья мои. Так. Новый уровень. Вау. Удвоитель рыбы кинжала, мастерство драконов и контроль драконов. А что это значит? Как это можно прочитать? Уменьшает время готовки рыбы кинжала на 22%. А что такое контроль? Не дает дракончикам сжечь... ага, рыбу кинжал, понял. Удвоитель рыбы кинжала удваивает стоимость продажи первых 4 рыб кинжалов. Слушай, ну неплохо. Удвоим, да? Удвоим. Так, итого 286 монеточек у нас в кармане. Ух, эти зелья становятся сложнее. Я полностью с тобой согласен, Лира. Аккуратнее, оба. Нам не нужно еще одно происшествие. А да, Рэй еще не в курсе. О том, что я превратился в гнома? Я не помню деталей. Только я смешивал зелья, а в следующий момент я ростом в 3 фута. И мы все еще не нашли способ превратить тебя обратно в человека. Я вновь хочу дотягиваться до высоких полок. Да, гномик, тебе не повезло. Я надеюсь, мы найдем зелье, которое сможет тебя обратно превратить в нормального человека. Так, сколько у нас деньжат? 536, этого мало. Этого нам очень мало. Предметы в магазине, мебель. Алтарь, крыша, прилавок. Вывеска, мы можем с тобой взять вывеску. Что она делает? Бонус комбо для людей, которые ждут знаков, когда не думают, где бы поесть. Это все хорошо. Освещение. Дополнительное время. Отрицайте свою природу и работайте даже после захода солнца. 5 секунд нам в плюсе идет. Неплохо, я тебе скажу. Но деньги просто моментально у нас с вами тратятся. Понимаешь, мы не успеваем заработать, как они тратятся. И у нас с вами 9 уровень. Поехали. Так, 150 монет на этот раз будет разыгрываться у нас. Это при полных 3 звездах. Пиквудские зелья, уровень 9. Давай сразу рыбу, сразу стаканы, сразу сок, напитки, заполняем. Так, ей 2 рыбки нужно, как раз. Но. Так, поехали. Ей нужен оранжевый и фиолетовый напиток. Держи. Так, синий. У нас, кстати, очень быстро заканчиваются напитки. Вы заметили? Очень быстро. Держи. Так. Ничего себе, тебе там нужен и зеленый, и такой. Так, держи, мадемуазель. Рыбку я могу с удовольствием дать. Так, тебе дадим рыбку. Оранжевый напиток, держи. Так. Господи, как же все не вовремя, я не успеваю. Фиолетовый, да? Фиолетовый, на. Красный. Красный, держи. Элора, держи. Блин, мне бы помощничка бы какую-нибудь хоть дали бы. Ну что, разорваться тут. Оранжевый, нафига я сделал оранжевый напиток? Кому, для чего? Ой, дурик. Держи, Элора. Так, деньги я получил, синий напиток. Ну хотя бы синий-то напиток я могу же сделать. Держи. Смотри, ребята, у нас с вами лежит просто в холостую вот этот вот стакан. Он будет мне сейчас, естественно, мешать. Так. Потому что мне надо напитки. Я жду, может быть, придет все-таки клиент, которому надо будет именно оранжевый напиток. Так, деньги забираем. Закрыто. Нет, не закрыто.
Смотри, два желтых. А ты смотри, какой хитрец. Не хотят они. Не хотят они давать мне на оранжевый. Специально, да? Красный. Дадим. Так, зеленый. Отдаем. Еще зеленый. Отдаем. И красный. На. Так, удачно, ребята. Я все-таки получил 3 звезды. Мне повезло на самом деле. Мне бы вот улучшить алтарь. Я хочу просто-напросто, ну как тебе сказать, чтобы мои персонажи, вот эти вот работнички, появились новые. Так, удваивать монеты. Дополнительная награда 150. 270 монеточек мы ложим с вами в карман, да? Это наша заначка. Итого у нас с вами получается 606 монет. Я пока ничего не буду делать, никуда тратить не собираюсь. Может быть, устроить вечеринку? У нас хватает вообще для вечеринки что-нибудь? Так, банкет. Смотреть. В складчину. Тусовка 800. Банкет. Гала. Лучшая, что там? Лучшая производительность. 20 гемов тратишь, и у тебя будет опупенная вечеринка. Ладно, поехали. 10 уровень. Я знаю, что на 10 уровне должно что-то произойти у нас. Хорошее, между прочим, улучшение. Не надо мне пока ничего улучшать. И так все годится. Пиквудские зелья. Уровень 10. Так, давай. Теперь у нас есть в наличии пробки для бутылок. Используй их, чтобы закупоривать бутылки. В плане. Ты не можешь налить эссенцию в закупоренные бутылки. Поэтому будь аккуратнее. А зачем мне закупоривать бутылки? А, видимо, кто-то с собой захочет взять. Понял. Еще сложнее становится. Хорошо, я вас понял. Закупориваем. Иди. Так, надо на всякий случай рыбку выложить. Монетки получаем, стаканчики выкладываем. Оу, аж 3 рыбки тебе нужно, парень. Ну ты проглот, я смотрю. Так, да, почему? А, пробки, господи. На пробку. Так, этому нужна рыба. Держи рыбу, братень. Так, тебе нужен фиолетовый коктейль, да? Фиолетовый коктейль. И также нам еще одну рыбку отдадим. Красный. Да не грусти ты, я же тоже не могу. Мне же не 1000 руб. Загрустила она. А тебе рыбка, держи. Так, зеленый коктейль. На, 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 не грусти. Уже расстраивается мне. Так, монетки забираем, а то клиенты не идут. Надо еще рыбку выложить. Так, что у нас тут? Рыбка, да, нужна. И фиолетовый напиток. С пробкой причем. Главное не забывать, друзья мои, пробку. Тут, смотрите, просто синий напиток и 2 желтых. Ой-ой-ой, у меня все заканчивается. Так, что? 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 Блин, этот со своим зеленым напитком нервничает. На. Пробку забываю постоянно. Так, этой рыбка нужна. Я, ребят, я запариваюсь. Я серьезно тебе говорю. Я запариваюсь. На. Уже злится. На. Такая недовольная пошла. Ребята, тут далеко не пахнет 3 звездами. Поймите. Смотрите, вообще сыграл плохо. Провал. Ты прикинь? Полный провал. Нам нужно переигрывать этот уровень. Так, ну что же, давайте будем, как говорится, повнимательнее. Так, идет, чувак. Что тебе нужно? Ему нужен синий напиток с пробкой. Держи. Так, этой нужна рыбка. Сразу вижу, красный коктейль нужен и зеленый. Hello, hello. Держи. Так, рыбку лови. Так, просто красный напиток. Держи и желтый напиток. А, красный нужен с пробкой, господи. Так, тебе рыбка, ну, на, держи. Так, сколько... Ага, тебе нужен фиолетовый. Лови. Дамочка, так, рыбка. Покеда. Пока могу желтый коктейль предложить. С пробкой, как всегда. Пробка. Так, и фиолетовый. Ребята, вот я запарился, а. Ну, пробку забываешь. Так, секунду. Тебе нужна рыбка, да? Раз, два, 2 стакана. Желтый. И еще один желтый. Раз, 2. Так, синий. Синий обычный. Синий обычный. Без каких-либо пробок просто. Очень много мы с вами тратим времени. Так, зеленый. Раз, два.
Что же я сделал-то? Раз, два. Да, я понял. Этому красный нужен напиток. Держи, парень. Ой, господи, про крышку забыл. Так, я... Да, друзья мои. Опять мы с вами сфейлились. Слушай, этот уровень мне никак не дается. Я не знаю, в чем проблема, почему я не могу успеть все это сделать вовремя. Я попробую еще разок переиграть. Так, поехали. Пробки, это все понятно. Давай дальше ванночки заполнять. Нам нужен третий стакан. Нам с вами нужен третий стакан, чтобы мне быстрее с этим делом справляться. Так, держи. Так, рыбку выкладываем. Я понял, понял. Тебе нужен красный напиток, тебе рыбка. Иди. Так, здесь желтый напиток, красный напиток с пробкой, я видел. Так, дальше нужен зеленый. Так, стаканы выдвигаем. Так, лови, парень. Монетки забираем. Так, фиолетовый напиток. Фиолетовый напиток. Без пробки. Так, тебе нужна рыбка. Коктейли, коктейли нужно, ребят, не забывать про коктейли. Чтобы ванночки всегда были полные. Только тогда будет у нас все окей. Так, пробку нужно. Вот про пробку я, как всегда, и забываю. Так, и желтый, да? Держи. Так, просто желтый. Да господи, ну я же не виноват, что у меня так долго открывается. Давай, 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 с пробкой. Я вижу, что ему нужно с пробкой. Так, зеленый коктейль. Зеленый коктейль тебе. С пробкой, да? С пробкой. А тебе нужен красненький. Лови. Одну звездочку такую заработал. Так, нужен оранжевый теперь коктейльчик. Лови. Блин, с пробкой-то... Проблема с этой пробкой. Очень долго у нас пробки еще копятся с вами. Так, на. Тебе нужен синий, обычный, без пробки. Слушай, ребят, ну что, я получил одну звезду, но этого, наверное, недостаточно, да? Посмотрим. Нет. Когда хоть одну звездочку получаешь, значит, этот уровень пройден. Фух, удвоить монеты, конечно. 270 монет в копилочку, отлично. Тот, кто придумал пробки, гений. Да, у меня спина отнималась, пока я отмывал вчера пролитые зелья. Хм, как гном использует швабру? Я нашел швабру с меня ростом. А-а-а, это так мило. Лира, ты в порядке? У тебя испарина. Я в порядке, просто подумала, что идея с маленькой шваброй великолепна, разве нет? Так, давай посмотрим. 1026 монет, отлично. И у нас с вами 11 уровень. Поехали, приступим. Так, здесь нам нужно обслужить аж 15 клиентов. 11 уровень, цели, 11 клиентов, да? Не 15, а 11, ну ладно. Давай, сразу готовим все. Так, тебе нужна рыбка и желтый сок с пробкой. Это мы тебе, парень, сделаем. В легкую, даже не сомневайся. Так, тебе нужен фиолетовый и синий. Держи, дамочка. Так, я вижу, тебе нужна рыба, а тебе оранжевый коктейльчик. Оранжевый. Так, пробку, ну конечно же пробку и еще и красный при этом. Так, надеюсь, ты довольна. А вот это вот сейчас будет психовать. Сейчас будет злиться, как всегда. Давай хоть немножко ей по-быренькому пробку успеем ей дать. Так, монетки забираем. И ей нужен еще зеленый коктейль. Да-да-да, ребята, сейчас, секундочку, сейчас все сделаем. Так, тебе нужна рыба. И я смотрю, еще нужен тебе синий напиток. Тут желтый напиток. Давай, наверное, начнем с желтого. Раз, два. Фиолетовый нужен кому-то? Нужен. Тебе рыбка нужна? Держи. И синий с пробкой. Адиус, амиго. Так, давай-ка выкладываем. Да как же все-таки долго. Так, монетки заберем. Синий. Не грусти, я же тоже, извини меня, не этот. Оранжевый. Держи. Такая недовольная пошла. Так, нам нужно еще с вами фиолетовый. Фиолетовый плюс рыбка. Так, он ушел, довольный. Так, зеленый никому не нужен. Я смотрю, коктейльчик, да? Нужен
оранжевый с пробкой. Так, дамочка, будешь обижаться? Ох, ё-моё. Ну, пробки. Этот начинает психовать. Этот начинает психовать. На, не психуй. Рыба готова? Готова. Так, красный коктейль. Держи. Теперь желтый коктейль. Лови. Фу, я еле успел, ребят. Нет, еще идет клиент. Ну, ладно, его обслужим. Что тебе нужно? Два синих напитка. Это легко. Один обычный и другой с пробкой. Как же все-таки долго у нас набираются ванночки. Вот что я заметил. Почему мы с вами и проигрываем. Я успел обслужить всех клиентов и, соответственно, получил 3 звездочки. Да, надо улучшать все это дело, если мы хотим с вами быстро получать деньги и результаты. Понимаешь? Второй уровень немножко подрос, и нам нужно с вами награды. Удвоение. Кстати, последний раз удваиваем монеты. 314 монет в карманчик. Ну что, ребята, мы с вами имеем 1500 монет. Я думаю, что... А, подождите-ка, а что здесь у нас? Задание уровня 1. Завершите 5 уровней. Завершил. Не хватает совсем чуть-чуть, а, чтобы получить сундук. И я думаю, что нам нужно с вами кое-что улучшить. И это, наверное, будут предметы в магазине. Так, ванночки. Стол. А что стол дает? Ага, 3 стакана, да? Эта столешница волшебным образом стабилизирует бутылки, и зелье не проливается. То, что нужно. Отлично. Так, дальше смотрим. Полка. Скорее всего, спустя 6 месяцев будет заменена на полку для зелий S, которая скоро появится. Количество припасов. Ага, с 5 баночек до 10. И время восстановления. Ну, естественно, брать. Конечно же, это же самое то, что нужно мне. Так, дальше улучшить нужно 970. Хорошо, пока мы посмотрим. Гриль. А, я не могу, у меня не хватит денег. Дракончик. Так, время готовки, но это ладно. С этим у нас пока никаких проблем нету. А что значит бутылка? Цена. 4 монетки, да? Терпение восстановлено. Ну, естественно, я пока не могу, у меня не хватает ни денег. Так, ладно, тут по максимуму. Вот нам нужно что-то сделать с эссенцией. Так, давай прокачаем, наверное, красную. Порции. С 3 до 6. А, нам хватает ванночки теперь на 6 порций, а раньше только на 3. Емкость для красной эссенции. Со временем эта ванночка становится крепче других. Самое то, что нужно. Тут все нужно, друзья мои, все нужно абсолютно. И у нас 12 уровень. Если я не ошибаюсь, максимальное количество уровней здесь 20. Я могу ошибаться, но, по-моему, было так. Уровень 12. Ага. Цель — заработать 40 монет. Отлично. О, мое любимое зелье. Смешайте все 3 эссенции, чтобы создать его. Черное, да? Если сомневаешься, то ты можешь посмотреть свою коллекцию рецептов здесь. Так, 3 эссенции, да? 1, 2, 3. И делаем грязь. А, пробка нужна еще, на. Ага, 3 стакана. Кстати, вот здесь вот тоже что-то у нас скоро появится с вами. Забираем монетки и смотрим. Так, что тебе нужно, барышня? Ей нужна рыбка, ей нужна синяя эссенция. И также синяя эссенция с пробкой. Сейчас, сейчас, ребята, сейчас все будет. 2 стакана. Так, обычный. Обычный. И зеленый, да, тебе нужен. Держи, парнишка. Так, нужно оранжевую эссенцию приготовить. И черную. Оранжевая. И черная, да. То есть 3. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Что мы тут сделали с вами? Так, давай сюда. Да не злись ты, господи, злится он у меня тут. На. Так, рыбка, держи. Так, желтую эссенцию нужно. Давай стаканчики пока наполним. Желтую эссенцию нужно и красную. Сейчас мы сделаем тебе красную, держи. Черную. Черную лови. С пробкой, да? Но как и вредный, с пробкой ему нужно.
Раз, два. Также нам нужна желтая эссенция. Тоже с пробкой. Иди. Зеленую делаем. Обычные, да, нужны? Обычные зеленые. Лови. Так. Желтую. Я прям как, действительно, как повар. Желтую. Лови. Так, рыбку. Держи. Ей нужна фиолетовая эссенция. Лови. Так, дальше. Рыбку держи. Синяя плюс красная. Синяя плюс красная. Так, рыбу на жаровню. Оранжевая, да? Подожди, оранжевая. Так, делается, да? И черную. Да не кипишуй ты, еще раз говорю. Так, тебе рыбка. Тебе нужна красная с пробкой. Главное не забыть, красная с пробкой. Не успеваю, ребята, все равно не успеваю. Слишком много времени все на все это уходит. Но деньги я в любом случае собрал. Я же сделал пробку, что ты? Фух, в любом случае 3 звездочки мы с вами заработали. А это для нас самое главное. То есть уровень завершен. Так, рекламку мы больше с вами не посмотрим, поэтому монетки нам удваивать не получится. Что заработали, то и заработали. Фух, это был долгий день, и я бы сейчас выпила коричневого зелья. Почему бы и нет, за счет заведения. Не скушай меня, я на диете, и мне нельзя никакого шоколада. Это не шоколадно, на вкус как шоколад, даже если выглядит как гов... Стой, правда? Коричневое зелье не шоколад? Они бескалорийные, вот почему они популярны в деревне Звездной Удачи. В таком случае, одну большую порцию коричневого зелья, пожалуйста. Один момент. Ты понял, там намек был. На коричневое гов. И дальше промолчал. Фух, ну что, давай, наверное, еще один уровень запиликаем, да, на дорожку. И будем, наверное, закругляться, потому что магазин тоже работать вечно не может. Так, 559 монет у нас с вами есть. Что я могу себе позволить? Давай посмотрим. Так, мебель мне не нужна, мне нужно вот здесь вот. Красную ванночку мы с вами улучшили, да? Теперь я хочу, наверное, желтую. Отлично. Так, 209 монет, но это уже все, это уже ни на что не хватит. Хотя у нас тут корзины, пробки появились. Тут еще дофига, что будет, мусорка. Ну что, последний уровень, друзья мои. Поехали. Уровень 13. Заполняем, выставляем, жарим. Угу. Ему все напитки нужны с пробками. Исключительно с пробками, да? Ладно. И фиолетовый. Так, пробку забыл. На. Так, этому нужна рыба и желтый напиток. Этой нужно 2 рыбки. Так, что ей рыбка нужна, а здесь нужно черное зелье. Держи, держи, рыбу забыл выложить. Так, зеленый напиток. Зеленый напиток, так, я забыл, ага. Давай, дуй. Нужен красный с пробкой. Это злится там, а. Держи, ну, эй, пробку. Держи. Так, желтый, синий, пока сделаем синий. Так, рыбу на жаровню. Ему также нужен еще желтый напиток. Тоже с пробкой. Угу, рыба запеченная, держи. Еще одна рыба запеченная. Ну, тут немножко попроще. Здесь нужен нам красный напиток. Отдаем с пробкой, естественно, с пробочкой. На. Синий, без пробки. А этому нужен черный коктейль. Шоколадный. На. Так, 3 красных напитка. И все без крышек, да? Раз, два, три. Так, оранжевое нужно зелье. Раз. Так, тут рыбка. Держи. Адьюс, амиго. Так, этому нужен оранжевый коктейль. Пробку забываешь постоянно про эту пробку. Ну что ты сразу взгрустнула? Сейчас я сделаю тебе коктейль. Сейчас, на, держи. И синий с пробочкой. Теперь это дуется. Что ж вы такие, прям вот все неженки. На, иди. Так, тебе рыбка нужна, лови, браток.
Так, черное зелье. Ну, я могу тебе пока предложить фиолетовое. С пробкой, да? Давай с пробкой. И рыбку. Так, что у нас там еще? Черное, да, зелье нужно? А что, у меня магазин уже все закрылся, что ли? Походу дела, да? Ну давай, ты как ты долго набираешься, господи. Успел? Успел я получить 3 звезды. И считайте, ребята, я справился с этим делом. Фу, ну, все сложнее и сложнее. Они все нетерпеливее, да, становятся? Все им что-то не имется, все они куда-то спешат. Да, а меня напрягает этим самым. И 560... Оу, друзья мои, неужели мы с вами насобирали нужное количество гемов? Для чего? Погоди-ка, там, по-моему, нужно 1200 монет. Если я не путаю. Так, мы задание выполнили, значит, я могу еще здесь. Где тут у нас? Где выполненное задание? Я не вижу. Ага, вот. 300 монет. Плюс опыт. Упс. 3-й уровень. Титул новобранец у меня. Вот так-то. Шикарно. Так, предметы. Подожди-ка, мебель. А нет, просто 18 гемов нужно. Вот. Вот это я как раз и хотел, ребята, получить, чтобы у меня был еще один помощник. Потому что один я просто устаю, не успеваю ничего сделать. Ну а как это все будет у нас происходить, мы с вами увидим уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.